Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор пряжи турецкой фирмы Yarm Art серия джинс. Это хлопок полиэстер напополам, в ней 160 метров в 100 граммах. Очень приятная на ощупь нежная ниточка в соотношении полухлопка. Она такая очень довольно-таки очень-очень нежная и такая пушистенькая, я бы сказала, но не ворсинистая. То есть она такая, как микрофиброчка, очень классная в использовании, мне нравится ей вязать. Изготовитель, производитель рекомендует спицы использовать 3,5-4. Я бы вам не рекомендовала, 3,5 это максимум, что я могу вам порекомендовать. Если вы хотите рыхлую очень, то, пожалуйста, вяжите четверочкой. Крючок я рекомендую использовать до 3,5. Это для вязания каких-либо вещичек, пинеточек. Если же это плотное вязание столбиками без накида каких-то игрушек, амигуруми, то максимум до где-то 1,7 крючок. То есть до 2 мм, и то 2, это может даже будет сыпаться ваш наполнитель. Поэтому не рекомендую я использовать больше крючок, чем двоечку. Очень мне нравится в этой цветовой гамме ниточки. Очень-очень насыщенные, то есть такие цвета красивые, весенние, летние, яркие, розовые. В общем, цветовая гамма здесь очень обширная, как для хлопковой пряжи. В общем, она очень яркая, есть цвета, есть черный здесь насыщенный, не выгоревший, то есть никакой такой не с примесями. Очень классно пряжа подойдет для вязания детских вещей, пинеточек, шапочек, то есть непарких вещей летних для вечерочков прохладных. Также подойдет для шапочек, для игрушек. Непривередливая пряжа в использовании и в носке, и в стирке. В общем, она мне нравится. Я вам рекомендую использовать эту пряжу. Обязательно комментируйте, кто что вязал из этой пряжи. Оставляйте комментарии свои, то есть кто может что-то порекомендовать, связать из этой пряжи. Поэтому, если кому понравилось наш видеообзор, ставьте лайки, конечно же, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек, пока-пока!